Здравствуйте, вы смотрите обзор валютного рынка по евро на вчерашний день, подготовленный для вас компанией Instaforex. С вами я, Екатерина Недачина. Вчерашняя торговая сессия была отмечена ростом для евро. По отношению к американскому доллару единая европейская валюта подорожала на 50 центов, достигнув отметки в 1 доллар 28,19 центов США. Восходящему движению способствовали благополучные итоги аукциона испанских облигаций. На продажу было выпущено облигаций на общую сумму в 4,94 миллиарда евро со сроками погашения 12 и 18 месяцев. Спрос превысил предложение, снизив доходности 12-месячных бумаг, однако прибыльность 18-месячных облигаций немного подросла. Поднялась доходность и 10-летних испанских государственных облигаций на вторичном рынке заемных бумаг до 5,919% с прошлого значения в 5,898%. Дополнительную поддержку евро получил на ожиданиях инвесторов окончания заседания тройки международных кредиторов по вопросу выделения очередного транша финансовой помощи Греции, находящейся на грани дефолта. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Instaforex. И всего вам хорошего!